На сцене Государственный симфонический оркестр Государственной филармонии Республики Адыгея. Дирижер, заслуженный артист Республики Адыгея Аркадий Хуснияров. Три русские песни для хора с оркестром. Исполняет хор Адыгейского республиканского колледжа искусств имени Умара Тхабисимова. Руководитель, заслуженный работник культуры Республики Адыгея Анна Гребень. Напоминаем, что аплодисменты между частями не предусмотрены. Oh.
За что?